Именинник. Да? Да. Привет. Сонечка, здравствуйте. Так. Что ты? Сынок. Что? Марафет навожу. День рождения? Да, да. Вот. Марафет навожу. Красивая? Красивая. Я вас люблю, что вы пришли. Так, давай будешь помогать, там дрова. И... Я видел там вот мешок. А, да, и вот это нам покрывало. Мы там с ней завалимся. А кто еще будет? На завалинку. А, да будут, я расскажу, кто так будет. Кто подойдут. Будет? Кто подойдет? Подойдут, расскажу. Да? Давай, вот еще сумка. Давай. Вот, несешь тяжелая. А батя идет? Батя нет. Что? Не знаю. Захочет придет, а захочет не придет. Ты не приглашаешь? Ну, зачем его приглашать? Хай отдыхает. Я говорю, приглашаешь или не приглашаешь? Я его приглашаю, но он, наверное, не придет. Чего? Сейчас, сынок, секундочку, еще возьму, чтобы не забыть, что, что я там хотела. Воды и все. Ну, и, давай. И, да, и будешь нести. О, и вот еще что. Шампура. Давай, да. На чем жарить-то будем? Давай, выноси все на улицу. Машины нет, поэтому будем все вручную. Тут же эти тоже запчасти есть. Как мы это все дотащим? А что, не дотащим? Да, я дотащим. Помогу. Что, я дотащим? Сейчас загружусь и помогу. Сейчас давай. Давай, открывай дверь. Вот так. О, яблоко. Ой. Ай. Так. Да легко. Это он да, нормальный, да. Там хоть банок нет, чтобы не побилось. Хлеб, венцо, кружки, виноград. О, смотри, нормально. Поляна хорошая. Такая это, нам много не надо. Сколько нам надо, да? Ну и дрова. Это типа, будем палить на них. Что? Открыть? Давай. Она открыта просто. Достать эту штуку? Да. Опа! Сейчас откроем. Получается? Получается, все. Вот, Грузия запаковалась. Скажи. Грузинское вино. Ну, да. Так, короче, давай. Засунул эти штуки. Наливай, ему тоже наливай. Сейчас буду это. Наливай мне тоже, да. Крышка, это надо? Ну да. На. Наливай. Надо. Держи. Это же полная бутылка. Давай. Я и даже не заметил, как вот это листья уже пожелкли. Так красиво сзади. Все зеленых посмотри, нету. Смотри, уже попадали даже. Да. Так, так, так. Короче, надо мелких. Хотя все, высыплю, дай. Где их насобирала, этих дров? А? Ой, сынок, это все запасики, запасики. Конечно, собираю, а что? Надо всем покупать, только добра на улице. Да. Так, а что, кто-то будет, не? А может, это почистить, на тебе. Ну, еще чистенько. Даже этот, распалка еще осталась. Старая какая-то. О, какое вино вкусное. Ну, не старое, нормально. Опа. Минишка. Это вы там покупали, да? Это? Да. Не. Не, это, наверное, дуже. Это да? Да. Да ветрушу, ветрушу. О, там еще бумажка есть. А тут еще макулатура есть. Да, там все есть. Молодцом. Все, мешок держи. Давай. Мешок палить не будем. Мешок не годится. Дрова скачегарим. Что-то ага. Много наложил. Подержишь? Или нормально? Сейчас, секунду. Как ты скажешь? Нормально, что не нормально. Нормально, да? Да. Держи. Сейчас, сейчас. Давай. Только не закрывай камеру. Да я же вижу, что я делаю. Тут возьму. Да я вижу. Поджигай. Подожди. Ну, было, поджигай. О, так здесь еще и не надо это. Что? Разжигатель не надо. А? Откуда это рукавица? Как это не надо, если надо? О, Соня, смотри, какая красота вообще. Да. Да. А вот смотри, мы приехали, столько листьев было. Я так любовалась, но так и не сходили на природу. Говорю, давай пойдем
хоть сегодня уже выберемся. Короче, бегу я вчера на работу, Соня, думаю, блин, проблемы, хлеба надо купить, счет пополнить, у кошки корм закончился, надо корм купить. Бегу, значит, а троллейбус, я догоняю этот троллейбус, бегу, стойте, 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 кричит мне кто-то, оглядываюсь, бегут, ну бегут, бегут, заскакиваю в троллейбус, думаю, кто ж там кричит, Светлана Борисовна. Заскакиваю в троллейбус, придерживаю, забегаю. А я подписчица, меня зовут Наташа. Соня, я набралась наглости. Я даже, понимаешь, ее не выслушала. Сразу ей говорю, ой, солнышко мое, ну хорошо, что ты подписчица. Представляешь, вы от меня убегаете. Я говорю, я бегу за троллейбусом. Так спешу, корм закончился. Счет пополнить у меня тоже. Телефон это вы там страсти. Закончился. Короче, я спешу, чтобы ничего не забыть. Представь себе, а что мне следующего ждать, Соня, полчаса троллейбус? Ну, да. А я люблю в троллейбусе ехать. Меньше людей, маску одел себе. А в маршрутке вечно там битком. Поэтому я еду в троллейбусе, шикарно себе усядусь. Вот. Ну, я ей говорю, не даю ей слова сказать, что нет, я не убегаю от тебя, типа, мое солнышко. Но я бегу, у меня свои проблемы. Неужели не понимают, что это я бегу за троллейбусом, потому что вот на работу. Вот уже спешу. Звезда убегает подписчик. А, ну да, она мне говорит, стойте, стойте, стойте. Слышу, что это ко мне. Ну, думаю, я ж... Это все равно текает, да? Борисовна, я уже поняла, держу троллейбус, заскакиваю. В общем, вот так вот знакомлюсь в троллейбусе. Ну, это не самое страшное. А как же ты знакомишься, если ты не знакомишься, если ты убежала? Ну, я же говорю, я убежала за троллейбусом, потому что спешила, она зашла в троллейбус. Прости, что поедим, а то ты будешь тарабанить. Так я ей рассказала, говорю, такая жизнь, бежишь, бежишь на работу, спешишь, чтобы заработать. А, кстати, еще много идей, как заработать денежки. На работу ходить, заработать денежки, вот вам самая главная идея. Да, идея. Так вот я же говорю, что кума... Диван прям целый настелила. Египетский, как у этих, да, как у бедуинов, да, слышишь? Садись. Да? Ума застеснялась там, что да, что она сгорела лицо первый день. Это ж понятно. Ой. Спасибо, Соня, говорю. Я была бы вообще там сгорела, пузырями покрылась. Я же не знала, что в море сгорают. Да, да. Я себе в море валяюсь, как в Днепре. У нас в Днепре никогда я так не сгораю. Вообще не сгораю. У нас вода непрозрачная. Что а ты там взяла? Что мы жарить сегодня будем? Это шашлык. Тарахуля. Ой. О, рыбка скидывается. Ого, вот это здоровая. Это что, свинина? О, это чайка. Свинина? Да, смотри, какая свинина. Чайка. Сынок, большие, у нас большие чайки. Она даже улетела. Булочка, лаваш на кефире. Колбаска. Так, короче, все уже. Мясо, в принципе, готовое. Надо его пробовать. Мне кажется, в принципе, нормально. Будем пробовать. Если нет, то дожарим. Ну хотя нормально. Да, да. Готовы? Конечно. Ура! Смотри. Ура, готовы. Так, надо, короче, шампур об шампур. Вот, вот я же достал тарелки. Угу. Так, а ну-ка, держи. Я сейчас тогда все открою тут. Так, опа, опа, опа. Получается? Сейчас, давай, держи. Давай, наверное, да, снимай, чтобы оно... Это я сейчас вилочки дам. Оп. Вот еще колбаска береги. Угу. Лавашек, Сонечка, свежий. Так, придерживаешь? Угу, держите, 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 все держите. Вот вилочки. Оп, есть. Угу. Держи. Держу, палашок. А что ты тут еще купила, гестрю? Лаваш? Да. Так, башо, батя придет, не? Не знаю, он плохо себя чувствует, наверное. Что, после вчерашнего? Я еще что купила. Ай. Говорю, после бабы Ксенина или что? Да, наверное. Да какой там? Он, наверное, еще бегал, догонялся. Я же его не пасу. Понятно. К тому, наверное, корешу все-таки. Есть у него там братан на втором этаже. Ты думаешь, он там? Ну, он... есть у него там корешок. Нет. На каком? На втором этаже? Да. Но... Поняла кто? Перчик порезала и лучок порезала. Ты бананы притащила? Да. Вот я не знаю, жарилась? Я думаю, жарилась. Куски здоровые? Пробую. Да, надо попробовать. Видите, вот перчик, давай. Солочек. Сонечка, бери и все на бутерброд. Да я мясо себе возьму. Даже солян... с эту...
купила, да? Да, вот еще салями. Курка. Да, Соня? Сыр, колбаска, сыр, колбаска, сыр, колбаска. Вот та фрака. Это сюда. Эй, кусать. Берите вилочки, вот еще вилочки. Да, ну что, пробуйте мясо. Спасибо, сынок, пожарил. Сейчас будем балдеть. Да. Так, это я не могу распечатать. Шашлык это сугубо мужское блюдо. Да. А вот еще синенькие есть. Если кто-то захочет. Сегодня думал, может за грибами сходить. Сегодня думал, Соня говорит, да. Да, Зая говорит. Да, говорит, какие грибы? Какие грибы, говорит, мы же не умеем собирать. Да, говорит, как нас собираем. Дядя Сережа, рыба и зайцы заводят у старцы. Так он, так при чем тут рыба и зайцы? Мы же за грибами. А за грибами он сам с нами ходил. Кстати, кетчуп еще. Грибы-то тут при чем? Да, Сонечка, вот еще. Нормально, вроде. Ну, голодится? За грибами, сынок, я уже давно не ходила. Я только посмотрела там вот кетчуп кому. Nice. Макайте сюда. Спасибо. Это. Ну ты налила. Я только вчера смотрела корзинки, кошики с грибами. Там такие корзиночки ручной работы. Кто-то делал красивые, знаешь, лучше, чем с соломки. Блин, вкусный маринад. Да? Прожарилось люди хорошо. Ходят на турничок, вон, подтягиваться. Кто-то поплавать на байдарках. Да. Вообще тут хорошо, да, Сонь? Угу. Вот только мы этих прелестей не видим. Что за такой кусок большой мне? Как это не видим? Надо, Сонь, сколько мы выходить сюда ходили, гуляли постоянно? Потому что надо чаще выходить. Ой. Ого. А мы же выходим раз в пятилетку. Блин, вкусный маринад. Вкусный? Да. У нас сам маринад. Горяченький, вкусный, ребятки. Что там? Мужчина нарезал, не? Мясо? Угу. Нет, там готовый был шашлык. Ну так я же говорю. А, все. Маринад готовый. Красота, Соня, чайки. Да. Боже, я так люблю вечерний Киев. Да. Огоньки вот эти. Вкусный шашлык. Ну что? Да, я постою. Чего что? Стоять, места много. Садись возле. За тебя выпью этого венца. Давай, садись возле Сонечки. Садись сюда. Да я постою. Что мне? Налить тебе венца? Да у меня есть чуть-чуть. Горячее мясо. Ну да, ну прожарилось нормально. Угу. Да. Ну что, с днем рождения. Спасибо, сыночек. Да. Спасибо. Здоровья что, тебе. Что вы у меня такие чудесные. Счастья. Спасибо. Друзей тебе. Побольше. Чтоб поддерживали тебя, а ты их. Спасибо, сынок. У меня мои друзья, я не меняю их. Прибавляются, ну так, переписка, еще что-то. Не знаю, с годами они только отбавляются. Давайте. Знаете, ой, скажу, какие друзья давно отбились по молодости, что были там, где-то остались настоящие. Не, просто бывает, ты с людьми общаешься, а потом какое-то время просто перестаешь общаться. И потом вы, как сказать, немножко отчужаетесь, типа друг другу чужие стаете. Нет, жизнь меняется, сынок. Люди переезжают в другой город или куда-то домой. А уезжают. Бывает такое, что никто никуда не уезжает, ни в какой другой город. А у тебя что, все друзья киевляне? У меня? Угу. Причем тут киевляне, но живут все в Киеве. В основном большое количество. У меня в молодости была подружка киевлянка, но она вышла замуж в Москву за артиста. Ничего себе. И она уже живет в Москве. Вот. А поэтому вот так вот и потеряла с ней связь. Вот одна подружка. Вторая подружка это моя Лена, кума. Третья подружка это уже больше по родственной линии. Тетя Лида. Угу. У меня есть подруги, друзья, Сонь. А то вы мне еще как друзья приходите. Ага. Скучать не приходится. Еще да. Работаешь. Может, батю удочку подарить? Будет ходить на рыбалку? А, хотя две в селе есть.
Пусть берет тебе удочки. Две удочки есть в селе, которые я купил. Они 4-метровые, один даже 5-метровый. Вот смотри, мужчина стоит, ловит или уже ушел? А, уже ушел. Меска? Будешь меска? А ну. Я. Есть, есть. Я сегодня с окна, знаешь, сколько выкинул этих? Костей, шкурочек. А, ну сейчас кота съест. На, иди. Иди там бутерброди, папа. С мясом, иди. На. Покидай. Ну, да я говорю, подальше, они ж дикие. Худая, да. Ну, видишь, особо этот не хочет есть. Ест там песок просто. Я не хотела... Я говорю, что не хочет есть хлеб. Видишь, мясо забрал, а и все. Хлебушек вкусный, лавашек такой. С мясом, ага. Мяско съест, и хлебушек. А, мясо съела, и лавашек. Видишь, какой? Он такой худой. Худой, но смотри, ну вот видишь, разбалованный. Хлеб-то не ест. Да, лавашек не съела, мяска хочет. Да? Ну, кинь кусок мяса. Кинь, так кинь целый, что ж ты там это... Кидай целый. Не песочек. Ну, может, она трусит, да. Все, пусть целый кусок ест. Во, вот это уже нормально подкрепилось. Вот, тихо, тихо, тихо. Да, только кит вот, смотри, сидит такой и думает, вот, блин, ему мясо дают, а мне не дают. Да я вижу, кинь еще кусок. Еще кусок. А? Это когда-то, помню, мы сидели с нашими друзьями лет 12 назад. Только с Соней познакомились. На, стой, стой, стой. На. Это. Так мы, короче, вот такой вот собачке кастрюлю скормили этого мяса. Ну как кастрюлю, грубо говоря. Ну, короче, да, сидели вот так вот подкармливали, а потом наш друг говорит, где мясо? Где мясо? Вы что, все мясо отдали? И мы вот так вот стоял, пёса. И вот так вот мы вот так вот. У нас такая игра была вот так вот. Ать, вот так берешь кусочек и вот так вот. Ать. И вот так вот, короче. Конечно, съест. Ну, да проживет. Он кота, смотри, куда дрестанул. Она пришла, видно, аж на запах аж оттуда. Ну все, мы 4 куска... Блин, ты половину выкинул. А ну забирай. Ну и все, подкормили. Все, ну 4 куска жирных дали, если конечно. Если бы была голодная, она бы и лавашек съела. Да. Да. А. Она не ну что, дикая. Ну все, иди давай. То у нас тут уже осталось 5 кусочков. Ну чуть-чуть колбаса. Ну что, батя не пришел, так что пусть извиняет. Да. А то собака его долю съел. Да? Да? Угу. Блага, такая худая, капец. Она прям сзади тебя уже. Угу. Батя, привет. А колбаску будешь? На колбаску. А. Давай, ну ладно. Иди, иди. Да не все равно. Она сейчас оближе, давай. Видишь? Угу. Умненькая, песочек ветрушевая. Угу. А, ну все же. Хватит, давай. Тут и тут все запасы наши съешь. Еще и сырка? Ну давай. Угости сырком. Сейчас сырок не давали. На. Опа. Оп. И сырка. Смотри, все витамины. Мясо, сыр, колбаса. Все, все для счастья надо, да? Да хватит уже и давать. Ближе и ближе. Потихонечку. На, еще хлебушка дам. На. А хлеб не будет. Батон, интересно, будет? А Кася ест, видишь? Да, Кася ест. Ну, а же... Хлеб не ест. Кася ест. А Кася ест, да? Кася потому что мы ей другого не даем. Ну, для нее хлеб на счастье, за счастье. Угу. Ну что, она стала уже жирная. Смотрите, вот еще колбаска же есть. Наливай вина. Давай. Пригодилась, бутылка стояла долго у меня. Ага. Да, ну сколько ты можно? Ну все, последний. Да, последний. Забирай и уходи. Хватит, давай. Ага. Не-не-не. Хорошего понемножку. Им же много нельзя. Смотри, я дал ей 3 здоровых куска мяса. Она разбалывается и вообще хлебушек кушать не будет. Так она и так его не кушает. На сторожах какие-то, на лодке там охраняют. Да. Это такие уже... Там видно ее... Тебе долить винца? Кармливает, но она... Смотрите, уже прям возле меня тут стоит. Да? Ждешь? Еще хочешь? Ой, последний кусочек. Я тебе последний кусочек дам колбаски, видишь? Иди. Будешь? Иди сюда. На. Оп. Последний кусочек, все, и хватит. Нашла?
Нашла, он в песке. А? Так ничего, она ближет. Какая у нее доля. Я думаю, что ей приятно с песка собирать. Ну, хоть что-то. Собака не думает о том, что, мне кажется, песок, да? Да. Они такие, что... А, этот что у нас тут? А, это фрукты. Яблоки. Угу. Все, фрукты, виноград все, и... Кишмыш? Яблоки, бананчики. Да, все, наелась. Все, уже пошла. Нет, смотри, она возвращается. Давайте, за вас. Давай. И за нас. И знаешь, у кого сегодня еще день рождения? А у кого? У Илоны. Да? Да. Надо же. У тебя же 18-го, у нее 19-го. Надо же. Ну, да. С днем рождения, моя да. куколка. Поздравляем. Ей, да. С днем рождения. Желаем тебе счастья, здоровья. У вас всего, все было хорошо. Вас окружали хорошие люди. Да. Вот. Она гавкает еще просто. Все, ну да, хватит, иди давай. Да ты вообще уже наглая морда. Сейчас подойдет вообще к столу и сама возьмет. Ну, за здоровье наше. На, давай. На, на. На. Все, хватит уже. Ты уже, смотри, уже нагло, прям, посмотри, борзота, смотри, уже подходит. Ты сейчас зачем, блин, мне на руки ты придешь, да? На кассу. На кассу, да. Мордочка наглая, на. Смотри, уже тут возле нас прям. Колбасы сколько съела. У нее тоже сегодня день рождения получился. День рождения. Празднует вместе да. с нами. Ну что? За его. Быть добру. Да. Он сам все хорошее. Пришла с другой стороны подойти. Да-да-да. Если бы знала, больше бы мяса купила. Ты его бурка. Ну не знала. Заберем Касе подругу? Да. На диванчик. Что ты буркаешь там? Она так буркает интересно. Ой-ой, бежит, бежит. Она уже поняла, что я, у меня рука тянется до колбаски. Что ты, бурка? Иди сюда, бурка, стри, бур-бур. Эй, смотри, как? У нее так ребра видно. Лови. Угу. Куда я? Угу. Ням-ням-ням. Хлеб не хочет кушать. И лаваш, он очень вкусный. Конечно, только колбасу и мясо давай. Да. И сыр. А хочет не сыр. Нам мясо. Давай на руки. Прыгай. На, вот так. Как вместо Касюни. Да. Э. Ест? Что есть? Маленькую крошку хлеба съела. Угу. Смотри, ест? Забирай домой, мам. А тут не съела. Заберешь собачку? И лаваш. Будет вместо Касюни. Ой, вместо этой. Будет Тифаша подруга. Или мы заберем, да? Да, мы. Я вообще... Люблю. Будет на диване лежать вместо Касюни. Вот как бы дворняжка, да, но такая симпатичная. Да. Красивая собачка. Да, да, она умная. Умная, да. Но видишь, ее обижали. Она, видишь, так именно боится. Не хочет хлеб. Если бы ты ее забрал домой, она бы такая была преданная. Конечно, это же дворняжка. Да, нельзя, наверное, с Касей. Кася же не воспримет ее. Кася нет. Не, да? Не. Кася вообще никого не воспринимает. Да. Это ее бы приняла бы. Конечно, это подружилась. Ты так думаешь? Я уверен в этом. Просто Кася такая. Угу. О, блин, смотри, как близко я подошел. Короче. Ой, вкусный сыр. Ой. Это же этот крупную дырочку. Да. А вкусный сырок, все, да? Все, ну хватит уже. Ты же совсем. Я себе бутерброд делаю. О, интересно, синенький будет, я сейчас я положу. Они, кстати, с курицей я делаю. Да? Угу. Вы будете кушать? Ага. И гель задам, тарелочку. А, что-то кинь. Ого. Я не обрадовалась. Иди вот там, тут мяско есть, курица синенькая. Да поставь просто, потом помоешь. Да поставь с этой, с тарелочкой. Иди. Иди попробуй, давай. Давай, ставь. Вкусная, с курицей. Кушать? Ест? Ест. Да? Да, ест синенькие. Там с курочкой я тушила. А-а-а. Вот, я думаю, возьму вам на хлебушек, может, захотите. Ну, у нас... А мы не ели, так что он чина съела. Ничего, свет какой-то съел. Ну, такая лампочка просто. Когда все фонари горят. А эту лампочку специально... Включили. Давай, или открыть. Потому что у нас любители выкручивать лампочки, то батя такую взял, знаешь... Давай я открою. Самую не жалко. Ага, вот у меня. Есть ключи? Нашла, да. Это наши, да. О,
Живой. Да. Живой, слава Богу. А мы всегда вас поймем. Так, давай-ка. Где вы уже пропали? А где мы пропали? А что ты не идешь нас шукать? Заходите. Что ты не идешь нас шукать? А где? Шукать на набережной? Да нет, мы уже пойдем. Вот этот допьем ликер. Да не, тоже хай тебе будет. Не, ты че? Заходи, Сонечка. Да. Не, мы уже будем идти. Спешить успеете, тут хоть тепло. Да не, будем идти. Не, будем идти. Ой, моя кисюлечка, а как ее батя гонял целую ночь? Как ее тюня гонял целую ночь? Она так радовалась, что да. Мамке день рождения, да. А он ее так гонял. Моя сладкая. Капица, ого. Тяни, вытягивайте эти капица. Давай, кролики, тяни. Да. Не мучайте, это мамин кролик любимый. Смотри, как нюхает вас. Что? Что вы там бачили? Де? Ну це тепло. А чого ж ти не прийшов? Інтересно було? От ти не пішов, да. А нам було класно. Іди, там тебе м'ясо принесли немного. Шашлика. Да, шашлика. Проходите. Пошли на кухню. Да не, мы пойдем, пока туда-сюда еще. А что, какое все там уже соскучилось? Мясо надо будет нарубать сейчас мне. Угу. Заготовить. А, слушай, а я без карточки ничего это вот. Что? Ну, не успела ничего снять с карточки. Дала в косюльке что-то. Да. На миску. Спасибо. На миску в косюльке дала. Все, давай тогда, покедом. Давай, Тём. Все, а, пока. Подожди, что-то я... Сырок хотела дать. Думаю, да не надо, какой сырок? Так мы же уже брали. Сонечка сделает этот, сырнички на утро. Да, сыр? У меня есть. Ты сырок налил? Да на. А варил ты не налил? Не. Вот. Ты погано после вчерашнего? Да, да, хорошо дал жизни. Сахар у вас есть, Соня? Да, есть. Все, сюда яичко набьешь. И чуть-чуть там, может, ложечку муки. Есть мука? А, да. Кидай. Вот. А в маночке обкачаешь, и будут сырнички. И покушайте с чайком. Все, спасибо. Все, идите с Богом. Давай. Все, тогда давай. Богом, да. Лечись. Пока. Ой. Так, все, ты взял, сын. Все, давай. Мои пока. Сладкие, давай, Сонечка. Все. Все, счастливо, батянь. Пока.